Очередная рабочая неделя подошла к концу. Что она принесла и чем запомнилась, расскажут корреспонденты Первого Мытищинского. В студии Алина Савыш. И это информационно-аналитическая программа «Итоги недели». Эта зима привнесла в жизнь россиян некоторые изменения. В частности, в декабре вырастут тарифы ЖКХ, в соцсетях появятся госорганы, а обратиться к врачу можно будет по штрих-коду. Обо всех важных социальных нововведениях расскажу прямо сейчас. С 1 декабря вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Изменения коснутся оплаты электроэнергии, газа, вода и теплоснабжения, а также вывоза твердых коммунальных отходов. Стоимость этих услуг увеличится не более чем на 9%. Теперь сумма в платежке для семьи из трех человек в среднем подорожает на 324 рубля в месяц. После этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Частично утратит свою значимость для россиян бумажный полис обязательного медицинского страхования. На смену ему придет электронная форма. При этом менять полис ОМС самостоятельно не придется. У каждого россиянина автоматически появится индивидуальный штрих-код, с помощью которого можно будет обращаться за медпомощью. Последний месяц зимы принесет изменения и в законы об образовании. За колледжами и техникумами закрепят право создавать учебно-производственные комплексы. Доходы от их деятельности образовательные учреждения смогут направлять на собственное развитие. Помимо прохождения практики на этих предприятиях, студенты смогут получить и первое место работы. К тому же образовательные организации будут вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников. С 1 декабря новую обязанность вводят для государственных органов на законодательном уровне. Начиная с этой даты, каждое ведомство должно завести официальный аккаунт в социальных сетях. Речь идет о таких платформах, как «Одноклассниках» или «ВКонтакте». Подведомственные организации и органы местного самоуправления будут обязаны отчитываться о проделанной работе и отвечать на вопросы россиян. По замыслу инициаторов, данная мера сделает госорганы более открытыми. С сегодняшнего дня в России появится новая удобная опция. Теперь получится гораздо проще и быстрее встать на учет в налоговом органе, не посещая инспекцию. Понадобятся лишь госуслуги, где необходимо подать заявление в электронном виде и ждать свидетельства о постановке на учет. На этой неделе Московскую область накрыли морозы, и по своим температурам они больше напоминают январские. Синоптики предупреждают, не обойдется в центральном регионе без обильного снегопада. Готовность коммунальных служб в нашем округе находится на ежедневном контроле. Выездная комиссия администрации проверила содержание дворов и придомовых территорий в микрорайоне Перловка. Материал Сергея Берзина. Зима предъявила свой морозный характер. Столбик термометра впервые опустился ниже 10, а ожидается и до минус 15 мороза. Как это отражается на состоянии наших дворов, пешеходных дорожек, тротуаров? Сегодня уборка от снега и наледи – это главная тема дня и у жителей, и у коммунальщиков. Внешне, кажется, и нет особых проблем, но присмотреться есть к чему. Где-то опилили деревья и не вывезли остатки, где-то не вывозится снег, а где-то проблемы с монтажными работами. Так и накапливаются огрехи во дворах. Особое внимание содержанию детских площадок. Их выметают каждое утро. Наледи на них нет. Но не всегда это относится к тротуарам. Уборка льда – процесс не быстрый. Там, где не справляется техника, приходится откалывать вручную. Пока это, похоже, только разминка. А зима обещает быть непростой. Впрочем, нормативное содержание дворов должно быть в любую погоду. Все основные элементы, которые должны содержаться во дворах, они отработаны. Это и выходы, и придомовые территории, и детские площадки. То есть в целом вот те территории, где мы были, содержатся в надлежащем состоянии. Наледь на тротуарах – это основная печаль, поэтому используем реагент, песок. Вот. Ну, работаем. Работа непростая, мороз. Проверка содержания дворов и придомовых территорий будет проводиться постоянно в каждом микрорайоне городского округа. Подготовительные бетонные работы на эстакаде Мира Фрунзе завершены на 100%. Всего залито 1150 кубометров бетона. В данный момент на развязке проходят отделочные работы. Когда мытищинцы смогут проехать по новой дороге? Смотрите далее.
До открытия эстакады мира Фрунзе остаются считанные недели. С самого утра, не дожидаясь рассвета, строители трудятся, чтобы успеть сдать объект в срок. Резкое похолодание ни им, ни новому покрытию не страшны. Специалисты отмечают, при укладке асфальта используются материалы с добавлением противоморозных добавок. На выходе температура смеси составляет 130 градусов, а значит, быстрые сроки работ будут равны и качеству. Добавки работают. Лаборатория на месте все проверяет. Вчера вот укладывали покрытие, щебеночно-мастичный асфальтобетон. Все проверяли, все соответствует согласно разработанной техкарте и регламенту. Ежедневно на объекте работает порядка 80 человек. В общей сложности задействовано более 40 единиц техники. На сегодняшний день подготовительные работы полностью завершены. Уложено 10 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Впереди не менее важный этап. Отделка. Планируем мы к 5-6 числу закончить уже с покрытием. Установка бортового камня заканчивается. Отделочные работы по армостенке проходят. Устанавливаем барьерное ограждение на путепроводе. Я думаю, в выходные уже закончим тоже. Ну и останется так наведение лоска, так сказать, установка знаков информационных щитов. Где-то что-то подмазать, подкрасить, подшлифовать. Наводим красоту. Меньше чем через месяц по этой дороге поедут первые машины. Даже после короткого перерыва мытищинцы вдвойне успели оценить важность этой развязки. Эстакада нужна городу, потому что город растет, дороги нужны. И она спасет в плане скорости движения населения, передвижения там и так далее, коммунальных служб, жителей в целом. Вот, поэтому, конечно, ждем. Конечно, ждем, чтобы быстрее уже открыли, чтобы все было хорошо. Она очень сильно нам помогла бы с целью перемещения из одной части города в другой. И то, что она была открыта, нам очень сильно помогало. Сейчас, к сожалению, пока не работает. Ждем, непременно ждем. Утренние пробки и долгие светофоры скоро останутся в прошлом. Открыть эстакаду подрядчики планируют 20 декабря. Как отмечают строители, речи о переносе сроков быть не может. А значит, автолюбители округа скоро смогут выдохнуть. Губернаторская программа по предоставлению жилья детям-сиротам реализуется с 2013 года. Обладателями новых квартир на этой неделе стали 5 мытищинцев, когда-то оставшиеся без попечения родителей. Церемония вручения ключей прошла в торжественной обстановке. Ребят поздравила глава округа Юлия Купецкая. В гостях у новоселов побывала Анна Смирнова. Через несколько мгновений в жизни этих мытищинцев начнется новая грандиозная глава. Этого момента они ждали многие годы. Момента, когда обретут свой дом, куда смогут позвать близких друзей или вернуться после занятий, где смогут приготовить любимые блюда и просто счастливо жить. И вот он настал. Этот день будет одним из самых ярких и особенных в их жизни, ведь уже сегодня они смогут отметить новоселье. Это самое дорогое, самое желанное, долгожданное, то, что можно быть в жизни, потому что когда у тебя есть свой угол, ты уже можешь думать о работе, ты можешь думать о том, как создать свою крепкую и любящую семью. Глава округа отметила, что собственное жилье – это не только отличный жизненный старт, но и большая ответственность. Пока ребята еще не видели свой новый дом, председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов предложил им подумать, что они купят туда в первую очередь. Свои нехитрые, но заветные желания вскоре сможет осуществить Оксана Попова. В первую очередь я куплю, наверное, я все буду покупать в первую очередь. То есть я бы сначала сделала кухню, потому что я очень люблю готовить. Вот, затем у меня была кровать и шкаф, потому что я очень люблю наряды. Остальные ребята поделились, что сначала купили бы холодильник и кровать. А вот у Елизаветы планы грандиозные. Сегодня разделить с ней этот памятный момент пришло четверо приемных сестер и брат. Купила бы камин и поставила вот так. Вау, и грец. Вау. А на кухню шикарная, золотые. Посуду вот. Это мечта. В уютной обстановке глава округа Юлия Купецкая рассказала новоселам о доброй традиции. Первым делом новое жилище необходимо запустить кота. Где он ляжет, там и нужно ставить кровать. Максим Нормов поделился, что обязательно проверить, сбудется ли эта примета. Радость от того, что ты получаешь свой уголочек, и после работы, учебы тебе есть куда пойти в любом случае. Это, наверное, самое ценное, что может быть вообще в жизни. Конечно, после церемонии ребятам хочется поскорее взглянуть на свой дом. Мы отправились вслед за Лизой. Ее новенькая квартира находится в жилом комплексе «Афродита». Ощущения у меня волнительные.
Искренние, счастливые, радостные. К первому визиту в свой новый уголок Лиза подготовилась основательно. По главной традиции она взяла с собой кота, чтобы он принес дом счастья и благополучия, и хлеб с солью для процветания. Вот здесь, я думаю, здесь будет шкаф. Большой, для платьев. Да. Для танцев твоих. Здесь будет как раз кровать. Здесь телевизор. Скоро здесь точно будет по-девичьи уютно. Стены она покрасит в персиковый или мятный. Но главный атрибут будущего интерьера, конечно же, камин. С детства она мечтала собираться у огня всей семьей. Приемная мама забрала девочку из детского дома, когда ей было 4. Сегодня материнское сердце желает только одного. Счастье. Если будет в доме счастье, значит все. Будет, да. Все будет. Только счастье. Счастье, любви. Все. Да. Ну и тоже потом со временем детей побольше. Пока в приоритете у Лизы учеба и саморазвитие. Она хочет стать хореографом и серьезно занимается танцами. Ну а теперь у нее есть все для реализации самых заветных мечт и целей. В ее доме уже греется еда на плите и звучит громкий смех. Свой день рождения на этой неделе отметила крупнейшая в стране политическая партия «Единая Россия». В ее состав входит более 2500 местных отделений и 80 тысяч первичных организаций. По традиции, свой день рождения партия начинает с декады приемов граждан. Продолжат мои коллеги. Сегодня необычный прием в офисе местного отделения партии «Единая Россия». И начался он с приятных минут. Эти розы в день рождения партии. Это не просто праздник, это напряженный день работы для членов партии, потому что мы встречаемся с жителями, мы обсуждаем насущные проблемы, мы получаем те запросы и наказы наших жителей, которые, конечно, берем на контроль и стараемся максимально исполнить. В программе дня до 10 приемов граждан, представители общественных организаций и инициативных групп. Частые вопросы касаются мобилизации. В частности, какие меры поддержки семьям мобилизованных предусмотрены в городском округе? Это и внеочередное зачисление детей в детские сады. Там, конечно, где есть возможность, потому что бывает такое, что просто физически невозможно поставить. Но альтернативные детские сады, конечно, у нас предоставляются. Это бесплатное питание в школах, это бесплатные секции, освобождение от платы в детских садах в том числе. Кроме того, расширяется гуманитарная помощь самим мобилизованным. И к этой работе подключаются общественные организации. Если такие запросы есть, вы не знаете, у вас круг большой тех семей, в которых есть мобилизованные граждане. Вот эта информация нам нужна для того, чтобы именно адресно доставить гуманитарную помощь, чтобы могли сказать, что точно из Мытищ гуманитарная помощь пришла нуждающимся мытищинцам. Ожидаемо встал вопрос и о праздничных елках, при том, что общественное настроение не так однозначно. Вот вы как считаете, елки и праздничные мероприятия должны быть? Я против, да. Потому что не та ситуация, когда... Но елки же для детей. Ну да, но люди хотят праздника. Мы встречаем семьи мобилизованных, и даже они просят, чтобы были елки. Елка и праздник – это все-таки Новый год, это праздник мечты и детский праздник, для того, чтобы все верили и в что-то хорошее. Я думаю, что в 12 часов с перехода с 31 на 1 все будут загадывать одно желание. Некоторые вопросы приходится решать, что называется, сходу. А в общем-то режим работы неизменен. Доступность приема и оперативность рассмотрения. Практически каждый вопрос у нас был связан с специальной военной операцией, с поддержкой семей мобилизованных, со сбором гуманитарной помощи. Мы видим эти запросы в социальных сетях, мы видим эти запросы от семей мобилизованных наших жителей. Но и в целом мы даем разъяснение по тому, что происходит, как специальная военная операция влияет на экономическое и социальное развитие муниципалитета в целом. В помещении местного отделения партии по улице Мира, 37. Плановый прием ведут секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутаты Государственной и Московской областной думы. Ученик 8-й школы занял первое место на Всероссийской олимпиаде по химии. И не один раз. Это уже второй год, когда Святослав Михайленко побеждает на уровне страны. Кроме того, молодой человек завоевывал золото на международных олимпиадах по химии. Что это? Талант или упорный труд? В нашей еженедельной рубрике расскажем о молодом юноше, который достигает высоких результатов в естественной науке.
Человек, влюбленный в науку. Смешивать вещества и решать химические уравнения Святослав может часами и даже не замечая, как пролетает время. Любовь к этому предмету случилась тогда, когда он впервые увидел опыты по химии. Зрелищно, ярко, удивительно. Разобраться, как и почему, юноше захотелось самостоятельно. Уже в 8 классе он решал задачи уровня Всероссийской олимпиады 11 класса. Смешиваем вот хлорид железа с радогидом, но получим такой красивый красный цвет. Теперь можно там уже с помощью раньше полученных цветов вот получить флаг России. Вся жизнь – это химия. Сегодня ему досконально известно о большинстве химических процессов и реакций, и очевидно то, что некоторые изучают в институте. Школьник осознает свои способности, однако он уверен, для высоких результатов надо много и упорно трудиться. Если ты будешь хотеть, ты, в общем-то, сможешь достигнуть, а если ты не будешь хотеть или будешь лениться, то вряд ли ты чего-то достигнешь. Поэтому, как бы, база – это все же от природы, но дальше все зависит от тебя лично. Если ты трудишься, ты получишь что-то. Если ты не хочешь, ты не получишь. Учителя называют Святослава самородком. Все материалы он изучает дома самостоятельно и к помощи учителей прибегает очень редко. Видимся мы редко, потому что Святослав все время находится на сборах олимпиадных. Бывает. И полностью там готовится. Либо дома. Вот. Так что можно сказать, нам повезло. Вот. Редко такое бывает, что молодые люди настолько увлечены и готовы самостоятельно работать. В школьной лаборатории он знает каждую баночку. Что надо смешать, чтобы получить серебро? Какими свойствами обладает щелочь или кислота? Ответы на эти и другие вопросы Святославу известны на отлично. Это реакция соединения, вот магний горит, он, поэтому получается такое красивое пламя, когда он сгорает. Это раньше использовали в фотографиях, что такая красивая вспышка, вот сейчас будет видно, оно как красиво. Прогорает. Свои знания юноша приумножает и применяет на множестве олимпиад. Муниципальные, региональные, эти уровни ему уже не интересны. Дважды победив Всероссийскую, он хочет стать первым на международной Менделеевской олимпиаде. Там он вошел в пятерку лучших. И не раз. Мне очень нравится это, потому что это и полезно, и ты много узнаешь о мире, как он работает. Потому что фактически это же естественные науки, они как раз говорят, можно на них понять, как работает наш мир, как работает твой организм, как устроена природа, это, в общем-то, важно. Его увлекает не только химия, но и биология, физика, математика. Кроме того, большую часть времени он посвящает чтению и спорту. Мне нравится там всякие классика литературы, там и наша, и иностранная. Ну еще, да, в бассейн хожу, сейчас плавать учусь, поэтому тоже, ну, иногда просто хожу, там, бегаю по улице. Точно юноша пока не знает, какую сферу деятельности выберет после окончания школы. Время еще есть, и мысли определенные тоже. Причем каждая из них грандиозна. Производить лекарства, то есть разрабатывать, чтобы лечить людей. Это, наверное, важно и полезно. Пока Святослав увлеченно постигает науки и приносит славу округу высокими результатами на научных соревнованиях, а в будущем, вероятно, прославит и всю страну. 2 года назад в Мытищах стартовал социально-экологический проект «Польза Сити». Его руководитель Екатерина Кантаускени, героиня нашей еженедельной рубрики «Работа на отлично». Ее благотворительный магазин на улице Сукромка позволяет избавиться от ненужных вещей с пользой для города. Подробности у Татьяны Горностаевой. «Польза Сити» – это проект, помогающий избавиться от ненужных вещей с пользой для экологии и округа. Здесь принимают одежду, книги, посуду, игрушки, предметы быта. Все, что уже не нужно, а выбрасывать жалко и не экологично. Да и зачем выбрасывать, например, крепкие ботинки, в которых можно походить еще один зимний сезон. Одеть 4 детей на зиму и обуть, и шапки, и перчатки, которые теряются – это
огромный стресс для бюджета семьи. И это каждый сезон. Да? Вот сейчас зимы на весну такой же стресс, на лето такой же стресс и так далее. Так вот, семьи, которые приходят к нам, говорят, что наша жизнь была до этого магазина и после. Покупая вещи за 100, 200 или 500 рублей, можно подобрать одежду и обувь каждому члену большой семьи. У нас есть один бесплатный день в неделю, уже 3 года. Его любят все, кто любит бесплатно, хорошие вещи. И в четверг мы ставим стоечки, на них вешаем хорошие вещи для тех людей, которые, ну вот, знаете, даже бывает, я сама была когда-то в такой ситуации, 200 рублей тоже, ну, знаете, выбор, на что потратить. И у нас есть такой волшебный бесплатный четверг, когда все вот в том зале у нас начинается бесплатно. Обувь, одежда детям, взрослым. Вещи, которые попадают в магазин, идут на благотворительность, оказание адресной помощи, социально-общественные программы и реализацию по очень символическим ценам. А ветош отправляется на переработку. По словам руководителя проекта Екатерины Кантаускени, они сдали на переработку уже более 20 тонн ненужной одежды. Самые маленькие покупатели этого магазина – это девочки, которые выбирают одежду для своих пупсиков. Вот, например, такой комбинезончик стоит всего 100 рублей. Екатерина признается, что подыгрывает девчонкам и спрашивает их, кто у них мальчик или девочка, и помогает выбрать хорошие вещи для кукол по самым минимальным ценам. Есть в этом магазине вещи, которые не имеют цены, как, например, этот кожаный мяч 1982 года производства. Использовали, чтобы, представляете, вот реабилитацию проходить. И я не могу, это бесценно, это нужно передать просто в те руки, которые будут их использовать. Вот. Екатерина, вы девушка у нас модельной внешности, давайте попробуем подобрать на вас зимний лук. Легко. Из тех вещей, да, которые здесь представлены. Вы уже почувствовали на себе первые морозы, поэтому выбираем шубу из натурального меха светлого оттенка. К этому образу подойдет контрастная шапка из овчины, по форме похожая на кубанку. Черная сумка дополняет образ, а пудровый снуд освежает цвет лица. Шапочка натуральный мех, 500 рублей. Вот она такая красивенькая. У нее очень красивые здесь такие бусинки, как черная рябина. 200 рублей хомутик. Нежно-розовый, под нежно-розовую мутоновую шубку. Шубка 3000 рублей, сумочка 350. Итого 4050 рублей. И вы не только подарите вторую жизнь вещам, но и не замерзнете даже в сильные морозы. Если у вас накопились ненужные вещи, не стоит пополнять ими свалки. Продлите жизнь вещам. Отнесите их в благотворительный магазин «Польза Сити», где их купят другие люди. Такой вариант благоприятен и для экологии, и для кошелька. Продолжаем выпуск. Торжественное открытие главного катка состоялось перед Дворцом культуры Яуза. Теперь у мытищинцев появилось больше поводов проводить время весело и активно. Каток стал долгожданным подарком не только для любителей, но и профессиональных фигуристов и хоккеистов. Символично, что его открытие состоялось во Всемирный день хоккея, поэтому на льду уже был сыгран первый матч. Как это было, расскажет наш корреспондент. Главная площадь округа в этот вечер стала точкой притяжения для многих мытищинцев. Сверкающие огни, красавица, елка, невероятная иллюминация, а еще новогодняя музыка. Буквально за несколько дней площадь преобразилась в зимнюю сказку. С сегодняшнего дня остаться без новогоднего настроения у жителей нет шансов. Мы сегодня открываем с вами новую ледовую арену, которая будет у нас до марта месяца. Потому что лед у нас искусственный, и никакие погодные условия не смогут испортить наш настроение. Первыми опробовать каток смогли профессионалы. Сперва на лед вышли фигуристы. Они показали жителям зрелищные выступления, которые не оставили равнодушными никого. Символично, что открытие катка состоялось во Всемирный день хоккея, а значит, обязательно нужно сыграть первый матч на свежем льду. В торжественном вбрасывании шайбы принял участие олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов. В этом году вот сделали как раз замечательный подарок мытищинцам. И то, что здесь можно не только играть в хоккей, думаю, что вот как раз это позволит развитию спорта. В дружеском матче между хоккейными клубами «Атлант» и «Куньлунь Ред Стар», конечно же, победила дружба. Очень хороший лед, классная атмосфера, много ребят, много людей. Надеюсь, что будет еще больше катков в каждом дворе. После завершения торжественной части на лед вышли десятки жителей, которые успели оценить качество покрытия, веселую музыку и атмосферу. Сомнений нет, пустовать главный каток округа точно никогда не будет. Домой
очень сильно понравился каток, будем туда каждый день ходить. А мне, как действующему хоккеисту, приятно, что бесплатно можно посещать и улучшать свои навыки катания. Мне нравится. Я с Москвы сюда приехала с внучкой. Попасть на каток очень просто. Билет для прохода на лед можно получить в кассе проката. Но есть и альтернативный вариант. Теперь любимая зимняя забава доступна каждому мытищинцу абсолютно бесплатно. Для того, чтобы попасть на каток, нужно скачать приложение «Студеный лед» и выбрать удобный для вас сеанс. Шатер с раздевалкой, прокат и заточка коньков. Здесь все предусмотрено для комфорта посетителей. А вот в Доме культуры Яузы в это же время самые юные жители округа стали участниками предновогоднего мероприятия. Праздничный мастер-класс, стихи у елки и танцы под новогоднюю музыку подарили настроение десяткам ребят. Теперь зимний сезон в Мытищах можно смело считать открытым. В городском округе разместят около 300 инсталляций к новогодним праздникам. К 1 декабря основные работы по украшению уже были завершены. В микрорайонах города установлено 5 елей. Начался монтаж главной городской елки. В объективе нашей камеры новогоднее преображение Мытищ. Зимние праздники – это время, когда улицы нашего города преображаются. На них появляются нарядные елки, яркие световые инсталляции и гирлянды. Город буквально светится в ожидании чудо. До Нового года осталось всего лишь месяц. Я предлагаю совершить с нами небольшую телеэкскурсию для того, чтобы посмотреть, как наш город погружается в праздничную атмосферу. Лучше всего атмосфера предстоящих праздников ощущается в Центральном городском парке культуры и отдыха. И днем, и вечером здесь ведутся работы для того, чтобы парк радовал горожан тысячами огней. В городском парке уже работает почта Деда Мороза. Юные мытищинцы могут написать письмо главному волшебнику. Среди заснеженных деревьев в центре парка установили светящиеся фигуры зайца и мишки для зимних семейных фотосессий. Новый год – это волшебное время, когда оживают любимые сказочные герои. Вдоль парка по Новомытищинскому проспекту традиционно установили зеленых красавиц с разноцветными шарами. В лесопарке вдоль пешеходной аллеи смонтировали декоративный лес и светящихся елок. Новогодние конструкции появились и на бульваре ветеранов. На круговых развязках мытищинцев радует и огромный светящийся шар, и русская матрешка. Новогодние елки появились уже в 5 микрорайонах города. В этом красивом современном микрорайоне во дворе дома на Астрахова 12 впервые установили новогоднюю красавицу. Жители ближайших домов надеяться на то, что это будет хорошая традиция. Ой, мы вообще в таком восторге, да, Коль? Тебе нравится елочка? Да. Мы ее как увидели, сразу побежали, посмотрели. Очень яркая, красочная, вообще такая атмосфера новогодняя. Новогодняя красавица появилась в этом микрорайоне благодаря самым активным жителям. В сентябре с этой инициативой они обратились к главе городского округа. Мы к Юлии Олеговне также обращались по поводу новогоднего мероприятия. И, насколько я знаю, нам обещали его. Мы очень ждем, чтобы к нам приехал Дед Мороз и Снегурочка к нашим деткам. Одна из любимых новогодних зон в нашем городе – это площадь у Дворца культуры Яуза. С 1 декабря здесь будет работать городской каток. Рядом уже красуется новогодняя красавица, которая переливается тысячами огней. Если после просмотра сюжета вам захотелось купить килограмм мандаринов и включить «Иронию судьбы» или «С легким паром», значит, мы работали не зря. И вам удалось почувствовать, что Новый год уже не за горами. А мы все ждем главную новогоднюю елку, которую традиционно нарядят на площади напротив администрации. Мы не станем раскрывать всех секретов. Пусть что-то для горожан окажется сюрпризом. 1 декабря в МФЦ «Мытищ» стартовала благотворительная акция «Елка добра». В приближении самого волшебного праздника Нового года Мытищинский многофункциональный центр традиционно помогает деткам из детских домов и центров. Это долгожданный подарок и детям, и самим себе. Как принять участие в акции? Смотрите далее. Под Новый год дети обязательно ждут подарки и от самых близких, и просто от знакомых людей. Нельзя обманывать их ожиданий. Эти подарочные открытки – еще только предложение к подаркам. Дети заранее пишут, что они хотели бы получить, но отправляют их не Деду Морозу, а всем, кто хочет их поздравить. Поэтому открытки и украшают елку добра. Елка добра должна быть в каждом офисе, так считают сотрудники МФЦ и поддерживают эту традицию уже не первый год. Ибо это не просто символ праздника, это еще и коллективный подарок взрослых детям. Коллектив МФЦ не первый год сотрудничает с Центром помощи семье и детям «Мытищинский». Каждый взрослый хочет
принять участие в этом, побыть в какой-то степени Дедом Морозом и Снегурочкой для детей. Формируются списки и приобретаются подарки по желанию детей. В этой акции участвуют сотрудники МФЦ и заявители. Подходите, в каждой такой открытке свое детское желание. Сладкие подарки, шоколадки, фрукты. Это самое малое, что ждут дети. А главное, конечно, внимание, без чего не обходится ни один праздник. Принять участие в акции и стать настоящим волшебником может каждый. Достаточно взять открытку и принести подарки на стойку информации МФЦ до 15 декабря. А под Новый год все подарки будут доставлены детям. Далее о спорте. Более 300 спортсменов приняли участие в турнире по тхэквондо, который прошел в Центре единоборств. Самым маленьким участникам соревнования не так давно исполнилось 3. Для них это стали первые в жизни состязания. Больше маленьких спортсменов переживали только их родители. Как прошел турнир, смотрите в нашем сюжете. Концентрация внимания и координация движений, безупречное владение техникой и молниеносная реакция – вот главные отличительные черты тхэквондо. Этот древний вид единоборства зародился в Корее и стал целой философией. Для того, чтобы показать свое мастерство, вовсе не обязательно участвовать в самом поединке. Здесь соревнования могут быть и бесконтактными. Для многих из спортсменов эти состязания стали первыми в жизни. Очень волнительно было, и расстроились, да, немножко это переживание. Да, маленький, самый маленький он тут. Ну, конечно, волнение, но все равно гордость за то, что вышел, что-то половину сделал, все равно достижение. Достойно принять поражение и не опустить руки. Еще один секрет успеха будущих победителей. В этом убедился и трехкратный чемпион России по тхэквондо Зафарбек Саторов. Именно он стал главным судьей турнира. Это все для меня. И работа, и хобби. Ну, все, я вот живу им. Утром просыпаюсь, иду на тренировку. Ну, как бы сам тренируюсь. А после тренировки, обед, иду тренировать уже. Готовить будущее поколение. Турнир клуба «Эридан» объединил более 300 спортсменов из Мытищ, Сергиева Посада, Протвино, Калуги и других городов. Несмотря на юный возраст участников, многие из них уже могут гордиться своими достижениями в спорте. Но хвастаться в тхэквондо не принято, поэтому участники радуются сдержанно. Сын занимается не так давно в школе «Эридан», но уже добивается успехов. Уже сегодня, скажем так, показывал свои умения. Получил первое место. Я очень горд за сына. А ты рад? Судьи уверены, эти ребята еще не раз встанут на пьедестал. А возможно, кто-то из них даже возьмет олимпийское золото. Им есть к чему стремиться. 5 команд незрячих футболистов в спортивном комплексе «Авангард» приняли участие в фестивале футбола. Игры прошли в необычном формате и с неожиданными техническими нововведениями. Впервые в истории этого вида спорта финал футбольного турнира слепых разыгран новым электронным мячом. В чем его особенность, расскажет наш корреспондент. Футбол в зале всегда быстр и агрессивен. Очень важно оказаться первым у мяча и не отдавать его сопернику. Кстати, здесь играют особенными мячами, не такие, как в большом футболе. И от этого зависит и качество, и зрелищность игры. Такие же задачи ставятся и в футболе незрячих, или в футболе Б1. В нашей стране этот вид спорта переживает бурное развитие. За последние годы наши футболисты заняли лидирующие места в Европе. С новым мячом футбол обещает стать и более зрелищным. Вот таким гремящим мячом играют в футбол для незрячих. И играют уже давно. Однако теперь наступают достаточно революционные изменения. Появится новый мяч. И мы спросим у игроков, что он даст. Вот, Андрей, вот вы привыкли играть этим мячом, да? Здесь свои особенности есть. Вот несколько слов. Как играется таким мячом? Хорошим мячом, который звучит хорошо. Собственно... И у него звонкий звук, играется отлично. Но когда мяч останавливается, его, соответственно, не слышно. И игроки начинают бегать вокруг него, пытаться найти его, пихать друг друга ногами, потому что ищут мяч. И получается, так скажем, ну, заминка. В минуты, когда игроки теряют мяч, тренеры кричат им «Где он?». Подсказывают и болельщики, хотя это им строжайше запрещено. В суете игроки могут
толкать друг друга и даже травмировать. Это большая проблема и для начинающих игроков, когда мяч откатывается в сторону, останавливается, и сложно понять, где он находится. Для этого нужно какое-то время, и в поисках мяча очень много теряется времени. Какая уж тут зрелище, ведь в такой ситуации неожиданное столкновение может принести ненужную травму. Благодаря новому умному мячу он при остановке всегда будет звучать. Поэтому постоянно будет идти игра. Кажется, идея проста – оснастить мяч звуковым сигналом. Но на ее реализацию ушло 2 года интенсивной работы специалистов Федерации слепых футболистов и лаборатории «Сенсортех». На вид обычный, но внутри в погремушке. Погремушку придумали еще бразильские футболисты, когда пинали на пляжах пустые пластиковые бутылки с камешками внутри. Так погремушка и прижилась в футболе слепых. Но сегодня этого мало. Мы сделали этот мячик электронным. Теперь электроника внутри мяча определяет, когда мяч останавливается, и запускает специальные механизмы, специальные моторчики, которые делают так, что мяч начинает звенеть. Теперь, когда мяч неподвижен, он все равно звенит. Одного аккумулятора хватает на 2 часа игры. Вся электронная начинка мяча отечественная, и никакие санкции ему не страшны. А потребность в нем велика. Попробовать поиграть с новым мячом хотели бы во многих странах. И в скором времени предстоит международная апробация нашего ноу-хау. А к нему причастны именно матищинские футболисты. Команда, да, с очень большой историей. Все мастера спорта международного класса, все ребята уже сложившиеся. Сегодня мы презентуем мяч, который не просто с механическим звуком внутри, а уже наше импортозамещение, наш отечественный производитель изготовил. И сегодня будет тест мяча с электронным бипером. Футболисты матищинского «Авангарда» сразу оценили новинку и пошли в атаку. Никита Егоров! Ну что ж, вся игра впереди. А незрячие спортсмены уже могут показывать неплохой футбол. И новый мяч им в помощь. Мы продолжаем нашу историческую рубрику «Вечно живые». Сегодня ее герой не конкретный человек, а целая дивизия народного ополчения. О ней ходили легенды. В нее записывались профессора в ГИК, в ней была целая писательская рота. Водители трамваев, рабочие заводов. Летом 41-го в нее влился большой отряд матищинцев. Так начался короткий и легендарный боевой путь героической дивизии, остановившей наступление врага на Москву. Как и положено, в донесениях с фронта описан каждый день боев дивизии, выдвинувшейся на передовые рубежи. С севера держала оборону Панфиловская дивизия. Для немцев это было главное направление удара операции «Тайфун». Здесь были сосредоточены лучшие силы вермахта. Им противостояла дивизия, сформированная только 2 месяца назад. Вот здесь летом 41-го года Матищинский районный военкомат буквально штурмовали сотни и тысячи горожан. Часть из них, более 1000 человек, вступила в ряды 13-й дивизии народного ополчения. Вернулись немногие. Да, попасть в число ополченцев хотели в первую очередь те, кто не годен к строевой или не мог оставить место работы. Но порыв был так силен, что в военкоматах приходилось закрывать глаза на прибавленные годы, сомнительные медицинские справки. Люди рвались на фронт. В Москве ополчение записывалось по районам и по предприятиям. То же самое происходило в Мытищах. По предприятиям и Мытищинский район в целом. И у нас есть уникальный документ совершенно, который говорит о том, как эти люди, кто эти люди, которые записывались. 1800 фамилий. Вот только одна из страниц алфавитного перечня. Марковин Петр Фадеевич, 1901 года рождения. Матюков Павел Савельевич, его ровесник. Взрослые мужчины, рабочие подмосковных предприятий. Конечно,
Освоить военное дело и приобрести необходимый навык за 1,5-2 месяца нереально. Но бойцы дивизии показали удивительное упорство. 13 дней. 13 октября их уже осталось 1095% погибших. Дивизия практически полностью полегла, но немцы к Москве не прошли. До контрнаступления оставалось 2 недели. Сегодня о подвиге ополченцев дивизии сказано много, но главное навсегда останется в сердцах потомков. Таковы были главные события уходящей недели. Хороших вам выходных! Берегите себя и помните, команда Первого Мытищинского работает для вас.